Gravity Falls. Мультфильм, который заслуживает невероятные просто награды. Мультфильм, который содержит невероятно много загадок, шифров и также невероятно отличный с проработкой сюжетной линии всего мультфильма. Сюжет был продуман уже заранее, и даже в первой серии показывается по логике самая главная тайна, которая решится в конце данного мультсериала. Создатель данного мультсериала Алекс Хирш отказался от того, чтобы продолжить свой мультсериал, что бишь сделать третий сезон. Вот сколько Дисней его не уговаривал, Алекс Хирш настаивал и отказался полноценно продолжать Gravity Falls. Полноценно. Но третий сезон, по логике, вышел в книжках, и дополнительные материалы, как тот же самый третий дневник Диппера, разные книжки, к примеру, «Приключения времени». И есть еще много разных книжек, но, увы, они в России не все продаются. А вот в Америке там множество разных книг по Gravity Falls, в том числе даже и первый, и второй, ну, естественно, третий дневник Gravity Falls. Также начинаем мы рассматривать наш новенький мультсериал «Вселенная Стивена». Этот мультсериал даже не новенький, а довольно старенький. По крайней мере, он уже длится около 4 лет. Как вы помните, я даже выкладывал видео на свой канал о разборе этого мультсериала. И как вы знаете, я даже там сказал то, что Gravity Falls хуже вселенной Стивена. Но и сейчас я подумал и пересмотрел вообще и всю вселенную Стивена, и весь Gravity Falls, и я задумался. Это очень спорный вопрос. Потому что в вселенной Стивена есть непосредственные моменты, которые надо учитывать. Так как Gravity Falls основывается больше на шифрах, загадках, а также интересным сюжетом, вселенная Стивена основывается более на сюжете и на отношении разных, как бы это вам сказать, разных видов существующих живых. И по логике даже не живых, потому что камни, они вот эти самоцветы, они же по логике не живые. И в данный момент нам просто показывается довольно, ну, они не похожи, конечно, сериалы. Но именно как бы по сюжету они схожи. Схожи в том, что это две невероятно отличных и очень проработанных мультсериала. Как и Gravity Falls, так и вселенная Стивена невероятно проработана заранее по сюжету. И по логике неплохо кончается, потому что 4 года шел конец вселенной Стивена. И всего-то лишь, я бы сказал, меньше даже года, мне кажется, шел Gravity Falls. Но я вам напомню, что у вселенной Стивена 4 сезона. Или нет, пацаны, я вспомнил. У него 5 сезонов, а у Gravity Falls 2. За вами в данный момент идет решение, кто победит.